14 авторов, одна выставка. У всех полотен есть одно общее «но». Они абсолютно не похожи друг на друга. Портреты, пейзажи, натюрморты. Казалось бы, соблюдены все законы живописи и графики. Однако индивидуальность выполнения каждой – их главная особенность. Вот они, получив эту школу, вот они уже будут выпускаться скоро, дипломники, получив эту школу, они сохранили свою индивидуальность. И это замечательно, потому что благодаря этому уже двое моих студентов поступили в вузы Москвы, двое студентов в Суриковске, вот, в ВГИК. Выставка «Учитель и ученик» в Краеведческом музее проходит уже несколько лет. Идея в том, чтобы в одной экспозиции показать пятилетний труд тандема. Впрочем, сегодня работы учеников удивляют учителя совершенно новым подходом. Она вообще хороший рисовальщик и живописец хороший. Уделала именно этими графическими своими находками. Вот, вот и это абсолютно не похоже на то, что я давал. Это чисто творческое, индивидуально. Отказ от всех границ – одно из главных правил педагога Карпиновича. Именно это, по мнению Юли, и помогло ей раскрыть свой художественный талант. Вот у меня Джоконда 21 века получилось. Случайно, на самом деле. Просто иногда, когда рисуешь и не задумываешься ни о чем, получается что-то очень такое своеобразное, и это очень радует. Выставка продлится еще 2 недели, а преподаватели и ученики уже работают над новой совместной экспозицией. Анастасия Глушко, Юрий Санкин, Южный регион Инфо.